руками махать надо. Надо руками махать. Я такой туфта, туфта, скажу так. Спасибо. Другую камеру брать.
Пошли его, да. Ну, вернее, так, риски есть всегда. То есть, тут были велосипеды. А вот они здесь. А, это чистка. А, это супернички. Ничего не бойся, если что, просто спину назад. Да. Молодцы. А тут что? О, тут же завтра надо будет это взять. Я пойду.
Оттуда, понимаешь? Ну, там блекует, но можно. Я уже обратно.
Скажем так, я на них не допрыгивала. Садись. Я уже не могу. Почему не можешь? Потому что не могу. Ну тогда через не могу, давай. Идем, сыночек. Пойдем на воздух, пошли. Ой, нет, хочу. Да, пожалуйста, ради бога. Прекрасно, молодцы. А то в YouTube вас разместим. Что скажете? Смотря с каким роликом, с каким содержанием. Быстро добраться до места назначения. На нашем чудесном трамвае? Да. Наши крупные портреты помогут в этом, да? Вот тут сзади мелькает, видите, трамвай, а как же? Будьте лицо. Когда запустят его? В следующем году. Уже 20 лет обещают? Ну все, вот уже 19 прошло. В следующем запустят. Мы уже устали, не обращайте внимания. Да ну что, вы так хорошо выглядите. А если вы не устали, как работаете? Тоже с 9 до 6. Отлично. Ой, извините. Надо другую камеру взять тогда. Это разбираю. Спасибо вам. Ноги, ребята. Не ломайте, пожалуйста, притулку. Ого.
Что, мой дорогой? Скажите, когда пришлите трамвай? Какой? А на кнопочку вон там нажмите, вам скажут. Да? Вон там, вот. Ага. Вон желтая кнопочка внизу. Ага, понял. Спасибо. Вон мне красная остановка. Да, я понял. Нажмите. 15 часов 55 минут. Вот там и там. Потому что вы красивые. Следующая станция. Да. Следующая остановка у нас. Следующая? Давай.
Москве. Прекрасно. Ну, в Европе я наверное меньше, так скажу. Вам на какой выходить-то? На следующий. А как называется-то? Следующая. Следующая остановка? Ну, пускай будет парк культуры. Не знаю. Прекрасно, прекрасно. На дачу поехали, да? А билеты есть? Нет, вы представляете, вы безбилетники. Зайцы. Зайцы, зайцы. А где ухи? Ухи где? Я сейчас сделаю, нарисую. Ухи где? К хвостику прижали. Отлично. Так, пойдем туда. Верочка, вы туда, мы туда. В конец пойдем. В зеркало. Идите в конец, идите. Действительно. Оберет и меня вызвали. И смотрим, господи, какое знакомое лицо. Пока не убрал. Знакомое, да? Да. Очень похоже, да? Да. Какая скорость будет этого поезда? Смотри, не бегать, стоять. Так на 160 вот этот, который идет. Макет, макет, который мы заявляем, у него 160. Материалы все российские, да? 80% комплектующих у нас вообще российские. Вот это оборудование, только то, что нет в России. Ага, сейчас тогда выключу все мы. Он где-то у меня есть. Или я у ребят возьму, или я найду у себя. И тебе перекину на этот номер, ладно? 40-20. Ну, тут модернизация. А гарантия, сколько у нас гарантия? Как это нам обыкновенно? Вот это. То есть модульная система под любой заказ, да, грубо говоря? Это у нас базовая платформа. Под эту самую базовую платформу уже будет производить под любое назначение, в зависимости от назначения поезда. Будет он пригородный, будет он городской, будет он дальнего следования. И дальний след нужен, да? Будет заказ, сделаем, это не проблема, на этой базе. Под высокую, под низкую платформу, сейчас под высокую платформу будет заказ, под низкую платформу, будет с низкой платформы, можно будет выходить. А вот литочки есть там специальные, пониже там есть такая система встроенная, это у вас не будет такого делать? Электричка бывает высокая платформа, бывает низкая платформа. Если низкопольный нам закажут, мы будем низкопольные. Будет повышение на тележках, да, и внизу пол будет низкий. Это конструктив, это разработчик это сделает. Дайте задачу конструкторам, конструктора это не вопрос. А по расходу энергии как он? Мы стараемся, чтобы он был более сейчас современный, сейчас все требуют А сколько примерно на вагон при энергии уходит? Скажу, это подсчет, это расчет. Это вот такие вот тонкости я не курсую. Я знаю, что у нас вот этот системный, у нас асинхроник стоит. Мы перейти на постоянного тока, с постоянного тока перейти на переменный ток, ну, конструктив, там, блок меняем, и едем. Двигатель асинхронный. Либо на двухсистемник его переделать тоже проблема. Извините, пожалуйста, а это уже вот полноценный головной.